Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сегодня возложил цветы к памятнику Сулеймана Стальского. Мероприятие прошло в преддверии 145-летнего юбилея поэта. Почтить память дагестанского литератора пришли представители министерства и ведомств и поклонники творчества писателя. Сулейман Стальский родился 18 мая 1869 года в ауле Ашагастал. Основоположник лезгинской досоветской поэзии. Один из крупнейших дагестанских поэтов 20 века. Максим Горький на первом съезде писателей назвал Сулеймана Стальского гомером 20 века. Специально к юбилею поэта подготовили брошюры с описанием творческого пути Сулеймана Стальского. Рамазан Абдулатипов отметил, подобные издания теперь будут выпускать часто уже и о других литераторах Дагестана. Сегодня возложение цветов – это еще раз обратить внимание молодежи прежде всего на творчество этих выдающихся людей. Сулейман Стальский – это самородок. Сулейман Стальский – это человек, который выражал дух своего народа, дагестанского народа, российского народа. И он принял те процессы, которые шли по освобождению крестьян, что необходимо было на том этапе. Он с пониманием ко всему этому относился. И я посмотрел, он писал и на лезгинском языке, и на азербайджанском языке. Значит, вот такой человек очень интересный. Есть очень много притч напечатано про него интереснейших. То есть это такой мудрец. Основоположник нашей современной советской литературы. И вы знаете, что на первом съезде писателей СССР Максим Горький его назвал гомером 20 века. Это человек, который слагал свои стихи и сказания под аккомпанемент чунгура. Мы считаем этот день, день рождения Сулеймана Стальского, днем дагестанской поэзии. И мы празднуем этот праздник как день дагестанской поэзии. Вот чудесные майские дни.